Rīga Radio 94,5 FM. Mums ir ieslēgti mikrofoni un, nu, vispār nesamelojos. 15 minūtes, stundas 14 pār 5, tikšanās un ne tikai ar ģimu, jo, kā jau pirms brīža teicu, Dmitrij Jevsikovs pazīstu, nu, mazliet vairāk par 10 gadiem, iespējams, ka mazliet vairāk arī par 15 gadiem, neviens tos gadus vairāk neskaita, varu pateikt, ka ģima izskatās tieši tāpat kā 97. 98. Tikai šobrīd grupas, pat es pat nevarētu, supergrupas, megagrupas, baraka, nu, es tieši domāju par cilvēku daudzumu, kas ir iesaistīti. Šobrīd paudzes ir mazliet mainījušās. Šobrīd kopā ar ģimu ir iespēja redzēt arī meitiņu. Ģim, no, piesaka savu meitiņu, lūdzu. Kā pareizi izrunājās? Devika. Devika. Vai tu, kad meitiņai devu vārdu, zināji, ka meitiņa būs grupā un dziedās uzreiz? Gavarīm na ruskam. Да, пожалуйста. Да. Я у тебя хотел спросить, когда вот мы тогда, когда-то давно, в прошлом веке были знакомы, ты знал, что Девика будет уже здесь с нами петь или... Я очень надеялся на это. Я еще не знал, но надеялся, потому что я думал, что все-таки в музыкальной семье дети должны да. быть музыкантами. Отлично. Девика, как первый раз ты с папой, конечно, выступала или Нет. одна у телевизора? Нет, первый раз я выступала на сцене и танцевала. А дома с бутылкой лака или там с расческой не было сначала такие первые пробные Нет, тесты голоса? Было так, что у нас была такая секция, я ставила книжку и делала вид, что я играю на пианино. Отлично, да. Я примерно то же самое. Ну, у меня был, я такой повыше, такой у меня столик был, и я думал, что у меня синтезатор. И, ну, что-то я, такое. Да, у меня электроника вообще, знаешь, там поближе Вы меня сердцу. Понимаете. Да. Егор, привет. Привет. С Егором мы встречались, когда у нас здесь в студии гостила группа Пер. Только что своей папочке на шел смайл еще раз да. И хотел в начале часа поставить что-то у меня внутри так интуиция, интуиция сказала, да? Да, была такая... Какая-то есть связь между мной и группой. Да. Ну, сегодня вообще отличный день по всем астрологическим таким заявкам. Сегодня это, можно это начинать да. можно начинать все новое, но только не надо ничего так спешить, так как у вас вы какое-то время назад уже что-то новое начали, и сегодня у нас на Рига Радио мы это новенькое услышим. Расскажите, пожалуйста, который это студийный проект? Это студийный проект, но мы сегодня делаем лайв его презентацию. То есть практически мы не можем исполнить все, что было записано в студии, понятно, потому что принимали участие музыканты из Афганистана, Таджикистана, Ливана. Это очень много происходило через интернет, какие-то онлайн-встречи. И, естественно, дистанционно то, что записывается, невозможно исполнить сразу в одном месте. Но, тем не менее, мы собрали прекрасных музыкантов. Я их объявлю с гордостью. Это Артем Сарви, фортепиано, Егор Ковайков, вот, который сейчас рядом с нами сидит. Он будет играть на всех этнических инструментах, и на индийских, и на азиатских. Денис Пашкевич, наш супер фронтмен, супер джазмен. И вот моя дочка будет петь и играть на бас-гитаре, и я буду играть на индийских перкуссионных инструментах, на маленьких барабанах. И еще к нам присоединится Вилнис Кундрац, наш очень известный саксофонист, но он по совместительству будет звукооператором, а под конец шоу он выйдет уже со своим саксофоном. И я могу сказать, что, наверное, сегодня будет классный вечер. Сегодня будет отличный вечер, потому что вы наверняка ну, очень уже хорошо сработались, потому что, ну, записывая альбом, имея в виду, что столько людей работает над альбомом, как давно это началось? Потому что, ну, если такие, ну, такие, ну, малогабаритные проекты начинают, ну, записываются довольно долго, как долго записывается такой...
Как называется? Этот альбом называется «Шамс», он тоже посвящен музыке из Таджикистана, но тут еще было добавлено много композиций из Афганистана. Можно сказать, что, в принципе, это Средняя Азия в современном европейском джазе. Вот так это. То есть такой интересный синтез. Ну вот. А конкретно этот альбом мы писали ровно год. Это двойник, это более 2 часов музыки. И, в принципе, сейчас уже взялись за традицию, что год... И как Назарет, они раз в год выпускают альбом. Да, это чем мы хуже. Это было, ну, 80-е, 90-е, это была хорошая такая традиция там, да. Записывать в год по альбому, да. Я был совсем 100% уверен, что это все-таки больше индийские влияния. Но здесь идет речь о Средней Азии. Когда ты сам последний раз ездил туда, чтобы найти какую-нибудь интересную мелодию? Вот мы были этим же составом, который мы сегодня будем на сцене исполнять эти композиции. Мы были вот составом с Егором, с Дэвикой, с Денисом и с Артемом. Мы были в прошлом году, как раз вот ровно почти год тому назад, мы были в Таджикистане, мы были на Памире, на границе с Афганистаном. Давали концерт на стадионе, аудитория 15 тысяч человек. Это было очень интересное открытие местного радио. В общем-то, это весь город Харок. Да, практически. Да, это население всего этого небольшого города. Очень прекрасные впечатления, замечательные люди, очень гостеприимный народ, очень добрый, очень образованный. То есть у нас только восторг от посещения этих мест. Я заметил, что когда к нам приезжают иностранные артисты, например, только что регги-группа записала там Карбункулс, да, мы все... Нам всем очень-очень нравится. Они тоже воспринимают нормально, что мы, европейцы, эту музыку воспроизводим и живем этой музыкой, они к этому относятся положительно. С уважением, да? С уважением. Да. Егор, пожалуйста, расскажи мне, пожалуйста, сколько лет нужно, чтобы столько инструментов научиться играть, ну, потому что люди думают, ну, давай, буду играть на барабанах. Но это с чего началось? С какого инструмента любовь к разным инструментам началась? Лак, расческа. Ну, я бы, наверное, сказал так, что вообще есть просто какая-то такая любовь к... Всеобщая любовь к музыке, именно к музыке. Этого вполне достаточно для того, чтобы развиваться во всех направлениях. В принципе, сам по себе я струнник, то есть я изначально гитарист, я играю. Хотя когда-то до этого я играл на пианино, но это можно сказать, что было в прошлой жизни вообще. Вот. И как только я влюбился в гитару, я понял, что все, на чем есть струны, натянуты струны, в принципе, мне все нравится, и хотелось бы на все попробовать. Ну, за исключением, наверное, смычковых, типа скрибок, там, ну, это уже совсем, совсем другой фил. Но у них можно играть без смычка тоже. Да, я пробовал. Как техника называется, когда. Пиццикато называется. Да. Вот. И, в общем, и тут как-то так получилось. Первый инструмент, который вот в группе Барака именно мы задействовали, это, по-моему, ситор, был... Это был ситор, да. Мы как раз приехали... Получилось как? На Памире нас пригласили просто в один магазинчик сувенирный, как бы. Вот. Но там, помимо сувениров, еще были музыкальные инструменты разные. И там был некий такой ситор, да, инструмент. Вот, который тоже... Я не помню, сколько струн, по-моему, 18 мы считали, да? И, значит, он прародитель индийского ситара, афганского рубоба, да, по-моему, тоже. Вот. Да, рассказывай, да. И, как бы, я взял этот инструмент в руки, ну, и как-то так получилось, что я сразу заиграл, причем их песню «Лайк», на которой у нас клип снят, и так далее. Они меня спросили, а где ты учился играть на нем? Я говорю, да нигде, я вот только его взял. Но они мне подарили его. Вот, и так вот как-то уже повелось. Потом у нас появился дутор, который вот мы взяли сегодня с собой, может быть, даже поиграем на нем. Это продолговатый такой длинный инструмент с тонким грифом, и там еще идут 2 струны. Всего 2, как бы, но там специфика звучания такая, наверное, мне кажется, что это больше, наверное, какая-то вот... Напой. Напеть это... Что-нибудь такое, да? Но больше ради. И как бы вот сейчас мы очень часто используем еще индийский ситар. Да. Электронный ситар, кстати, единственный в Латвии мы заказывали. По-моему, больше ни у кого таких нет у нас. Может быть, даже и в Прибалтике нету. Вот. И афганский рубоб. Сегодня, к сожалению, я взял. Вот перед концертом буквально порвалась струна. И чтобы натянуть эту струну на этот рубоб, это надо, не знаю, сколько потратить времени, поэтому уже... В любом случае, весь час с 7 до 8 будет возможность во всем мире это видеть. 3sdoubletwareigradio.lv. Мы транслируем все концерты на широкую аудиторию по всему земному шару. Говорят, что наверняка там у нас же есть инопланетяне, наверняка те тоже ловят наши там эти интернет-волны. Надеюсь, им понравится.
Да, вот один уже пишет, я сама сейчас слушаю. Значит, можно будет увидеть все, все те инструменты, о которых мы говорили, потому что, ну, назвать это было бы нечестно с моей стороны сейчас пробовать называть инструменты. Я назову еще раз альбом. Шамбал? Шамс. Есть ли возможность уже на данный момент в музыкальных магазинах приобрести этот запись? Или... Тайный альбом. Его можно покупать только на концертах. Да. Потому что на концерте передается часть энергии от музыкантов. И поэтому у нас концепция такова, что мы продаем альбомы только на концертах. Значит, когда будет ближайший публичный концерт, потому что многие люди не успеют на данный момент закончить рабочий день и приехать к нам на студию, где будет возможность вас встретить в следующий раз. Надо следить за новостями в Фейсбуке, в интернете. Я всегда выкладываю, все коллеги, музыканты выкладывают все новости, где мы, когда будем выступать. Как ищем на Фейсбуке? Да, я хотел по поводу альбома дополнить немножко. Дело в том, что сама музыка у нас очень специфическая. Специфическая, да, то есть, музыка. И класть ее на полку рядом там с Deep Purple, или я не знаю, или там с Янисом Стиблисом, или еще где-то, это немножко неправильно. Янис Стиблис такой: они обидятся. Да, если он слушает меня, привет, Янис, мы с тобой в пятницу будем играть. И, значит, поэтому, в принципе, вот тот храм, который мы создаем в реальном времени на концерте, это идеальное место, где как раз можно приобрести этот альбом. Понял. Поэтому как бы в магазине продавать такую специфическую музыку, она должна быть дефицитом, понимаете? Ее нужно найти, ее нужно интересоваться. Мне нравится, там, через кого-то. Мне очень нравится эта философия. Вот такой подход. Да. Круто. Работая в клубах, я встречался с таким понятием, что чем меньше людей пускаешь в клуб, тем лучше, тем больше в клуб хотят. Несколько слов как перевод я переведу. Айзадитаяс 10 минут, мы спорунаем про to, ka grupai Barak ir iznācis jauns albums, ka šo albumu diemžēl nav iespējams iegādāties mūzikas veiklos, bet gan šeit, Rīga Radio studijā, būs iespējams to izdarīt. Un, protams, arī sekojiet līdz Facebook vietnē un arī mājaslapā izvietotajai informācijai, kur grupa Barak būs sastopama. Es varētu nosaukt visus dalībniekus šobrīd, grupas Barak dalībniekus, jo man ir priekšā saraksts, bet nu, man tas aizņemt vēl kaut kāds 10-15 minūtes. Nu, es gribu aicināt jūs šeit uz Mūksals ielu 29, lai no 7:00 vakarā grupu, kas nu, ir ļoti īpaša muzika un, kā Iegošs teica, specifisks muzikālais skanējums no 7:00 līdz 8:00 Rīga Radio Etrā. Спасибо, ребят, что вы зашли ко мне поболтать. Обязательно останусь. Ты мне, вы меня все убедили, да, и мы будем с вами до 8:00 вечера здесь на Рига Радио. Ура! Спасибо! Tu klausies Rīga Radio 94,5 FM.